Добрый день, гости и подписчики канала. Всех с наступившим годом зеленого деревянного дракона. Счастливыми цветами 2024 года станут изумрудно-зеленый и желтый, а самая уловистая расцветка воблеров – мат-тайгер. Воблер – 110-й инквизитор. Проводка для твичинга – слабые удары и паузы до 5-10 секунд. Щука всплывает поздравить всех с Новым годом. Первая щука. Периодически меняю воблеры и колебалки. Наконец очередь доходит до классики. Воблера Rapala Shatter Rep Minnow. При твичинге приманка совершает широкие рыскающие колебания, благодаря необычной форме лопатки. На быстром твиче атака щуки после проводки с десяток приманок. У воблера невероятная игра, но есть и значительный минус. Он сделан из бальсы, и поэтому летун из него неважный. При весе 8 грамм и спиннинге Hesta Black Star C83 с тестом 1,5-20 грамм забросить дальше 15 метров нереально сложно. Жду вечернего выхода щуки и перехожу на 110-й золотой орбит. Слабыми рывочками на твиче удается уговорить двух щук. Большая потянула на 1,7 кг. Ёлки-палки.
Щучка на инквизитор и огненный закат, стихия огня и воды. Всем мира, удачи и добра.